Привет, зритель, это Электроник, и я рад приветствовать тебя на моем YouTube-канале и представляю гайд по скорстрикам, а ниже награды за серию из Call of Duty Advanced Warfare. Дальше, как обычно, под видеоряд я буду рассказывать про все скорстрики подряд. Но начну с конца, самых трудонабиваемых. Паладин. Наверное, один из самых крутых скорстриков 11 части код. Стандартный паладин стоит 950 очков. Представляет из себя бронированный летающий боевой корабль, эффективный как против игроков, так и против других скорстриков. Стандартно стреляет очередью из своей мини-пушки, а второй пилот маркерами может помечать противников. Однако апгрейдом можно добавить наводящиеся лазером ракеты, 105-мм пушку и ассистента, чтобы второй пилот мог также стрелять. Также ставится дополнительная тепловая ловушка от ПВО. Ловкость рук для ускоренной перезарядки орудий и дополнительное время для увеличения времени нахождения в воздухе. Птичка. Немного похожа на паладин, как внешне, так и по функционалу. Однако несет более слабое вооружение, а также сбивается даже из обычного стрелкового оружия. Стандартная птичка стоит 850 очков. Стреляет пулеметом, но с апгрейда можно поставить ракетную установку и еще один пулемет для второго пилота. Также можно улучшить птичку, добавив ей маскировку, дополнительную тепловую ловушку от ПВО. Два типа автопилота – агрессор и защитник, ну и увеличить время нахождения в воздухе. Голиаф – это мех наподобие как Титанфоли, тоже спускаемый с орбиты, имеющий большой уровень ХП, однако малоэффективный в закрытых пространствах и имеющий свои слабые стороны. Стандартно стоит 775 очков, стреляет пулеметом. Но также можно поставить дополнительную подствольную ракетную установку, очень эффективно против наземных целей, а также самонаводящиеся ракеты, не дающие никаких шансов маневрирующим целям, в том числе и вдали. Помимо вооружения можно прицепить экзотрофи и экзосонар, которые будут сбивать летящие вас гранаты со взрывчаткой и показывать на миникарте действия противников. Бомбардировка. Представляет из себя классическую бомбардировку, способную в некоторых случаях достать противника также и в помещениях. Стандартная бомбардировка стоит 725 очков. Усилить ее можно апгрейдом 2 самолета, добавляющим еще один самолет для расширения зоны бомбометания. Также можно поставить тепловую ловушку, скрытность на мини-картах противника и посылку. Не рекомендую использовать этот скорстрик на хардкор режиме, иначе вас обязательно ждет кик за тимкил. Взлом системы. По сути, это не опасный, но назойливый скорстрик, который работает разве что на новичках, так как все мои бывалые друзья по колде говорят то же самое. Стоит 700 очков в стандартном варианте. Отключает HUD, выводит помехи на экран. Хотя это и выглядит забавно, так как многие игроки бегают без закрытых шлемов. И как это такой взлом понимать? А вот с апгрейдами он уже может внести некий дисбаланс в геймплей, давая хорошее преимущество применившей его команде. К примеру, отключив экзоманевры, можно быстро захватить точку на доминации, перед тем, как игроки противоборствующей команды успеют подойти туда, без экзопрыжков и маневров. Также можно отключить электронное снаряжение и награды за серию. Однако это все лечится установкой перка стойкости Hardwired. Также можно улучшить эту награду ослепляющими вспышками, дополнительными очками за помощь и продлением времени действия взлома системы. Ракетный удар. Старая знакомая награда. Стоит 650 очков. Помимо стандартной версии со всего лишь одной ракетой, апгрейдами можно поставить еще две дополнительных ракеты. Также ракету Hellfire, дробящуюся на несколько маленьких самонаводящихся ракет. И кластерную ракету. Похожую на Hellfire, но без самонаведения. Для накрытия большой территории. А также можно поставить модуль на нору, чтобы после взрыва основной ракеты стал сородный на ботов. XS-1 Вулкан. Тоже воздушная награда, но вместо ракет поражает противника лучом, как в фильме «День независимости». Стандартно стоит 600 очков. Имеет апгрейды. Две дополнительные очереди. Дополнительное время для очереди. Сверхзаряд для увеличения радиуса зоны поражения противника от луча. А также модуль «Световое шоу», добавляющий к основному лучу еще 3.
Главное, используя этот скрустрик, не мешкать и стараться наводить луч сразу на несколько целей, а не жарить противников по одному, так как скорость передвижения луча достаточно маленькая, а время не безгранично. Турель. Тоже старая награда, но теперь ее можно апгрейдить до неузнаваемости. Стоит 550 очков. Стандартно это лишь управляемая турель, но с апгрейдами можно добавить ей искусственный интеллект, круговой обзор, сопротивление к оглушающим гранатам, также ракетную или лазерную установку, что значительно повысит боевую мощь турели. Ну и самый вкусный апгрейд – это отсоединение. Советую посмотреть мой гайд по отсоединяемой турели, чтобы понять, насколько бывает опасна отсоединяемая турель, к примеру, с лазером. Также есть возможность поставить модуль прикрытия, чтобы накопленные очки для турели не сгорали после смерти. Орбитальная посылка. Не самая удачная награда, так как на деле не сильно помогает и не преломляет исход сражения. Но так как дешево стоит, не составляет особого труда на битве. Особенно это полезно на картах с особенными скрустриками, типа лазерной вышки или дрона-снайпера на картах Solar и Terras и других. Стандартно стоит 500 очков, но модулем прикрытия ее станет возможно набивать на поддержке. Также можно поставить модули: доставка дроном, быстрый подбор, скрытность, лучшие шансы для более элитных предметов, ловушка для того, чтобы посылка не досталась противнику, и двойной выстрел для перевыбора предметов. Не рекомендую использовать данную награду, кроме карт, где есть шанс выпадания дрона-снайпера, солнечной вышки или других специальных наград, кроме тех, которые действительно могут повлиять на исход раунда. Штурмовой дрон. Это очень полезный и опасный скорстрик. Позволяет летать на боевом дроне без единого для себя риска. Стоит 450 очков. Апгрейдами можно поменять огонь на пулеметный, подойдет больше для хардкора, или ракетный, самый опасный, ваншотящий даже на софткоре. Также возможна установка интерфейса для обнаружения противников, маскировки, автопилота и брони. Эта награда подойдет как для любого режима, так и мода, потому что попасть по дрону, а тем более движущемуся, очень трудно. В то же время спастись от него крайне трудно, тем более от ракет. Очень рекомендую этот скрустрик. БПЛА, он же беспилотник. Также один из самых полезных скрустриков, так как намного облегчает убийство противника и при этом легко набивается. Стоит 400 очков. Очень важным апгрейдом есть обнаружение угрозы, которая работает наподобие волхака. Также можно переключить этот скрустрик на поддержку модулем прикрытия. Помимо них еще ставятся следующие модули. Скорость для быстрого обновления позиции противника. Дополнительные очки помощи. Дополнительное время. Скрэмблер для постановки помех. Взгляд врага. И перенос на орбиту для недосягаемости для вражеского огня. Воздушный разведывательный дрон. Наверное, самый дурацкий и ненужный скорстрик, так как в отличие от беспилотника требует ручного управления. Стоит 350 очков. Не несет никакого вооружения, даже среди апгрейдов. Однако можно поставить эми-гранаты. Также есть возможность установки маскировки, интерфейса, оглушающие пометки и время жизни. Если вам трудно набить даже 350 очков, то можно поставить модуль прикрытия и перевести этот скорострик на поддержку, чтобы очки не сгорали после смерти. Крайне не рекомендую его ставить, лучше поставить сборку гранаты или еще один модуль на оружие. Это куда более рациональнее. Вот и конец гайда. Надеюсь, он был полезен. А если да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте канал друзьям, фанатам колды. Делитесь своим мнением в комментариях. Пока и до новых встреч.